Парни, вот это вот самое важное вообще, ребята, классы. Темпла, Морода, Воин новый класс, Хантрес новый класс, Сорсерес, Наемник, Монах, Друид. Не, ну все, я не знаю, если у кого-то еще Diablo 4 оставалось установленное на компе, то я не знаю, продавайте аккаунты, чтобы хоть деньги отбить, удаляйте Diablo 4, потому что я не знаю. Привет, ребят, сегодня пришел первый день Excel Кона 2023. Показали нововведения, которые нас ожидают в Pass of Excel 2 через год. Да даже больше, чем через год. Но все же очень интересно. Также показали новую лигу. Но самое главное — это новости из PoE 2. На них мы в этом ролике и остановимся. Ну, соответственно, где-то с полчаса они просто разговаривали друг с другом. Это, в принципе, известные стримеры по PoE, вы, может, их знаете. Я Twitch уже не смотрю, но они на Твиче, по крайней мере, раньше стримили, ну, видимо, и сейчас. Не знаю, за зарплату они тут или нет. Ну, известные стримеры, да, годами в одну игру играют в PoE. Потом была выжимка, то есть они показали кадры прошлых лет с Excel Кона. Посмотрите, еще с 2011-го, я даже тогда в игру-то не играл. Потом, соответственно, Крис Уилсон сам выступал. Вот этот свой лайн знаменитый сказал: «Здрасте, я Крис Уилсон из Вининджер Геймс». Потом несколько тизеров показали из PoE 2. Ну, в принципе, тизеры из PoE 2, я думаю, что все уже видели, они на канале PoE есть. И потом, соответственно, был сам геймплей. Вот тут уже, соответственно, один играет, другой рассказывает. Что мы тут можем увидеть на этих кадрах? Во-первых, голда упадает с персонажа, да, ну, точнее, с мобов. Очень важно, потому что, как мы знаем, всегда только аккуренси была. А тут же уже будет голда, ну, не знаю, как она будет тут применяться в PoE 2, как будет работать. Но голда с мобов выпадает. Скиллы, соответственно, вы видите, да, они вроде бы старые, но измененные. То есть Spark точно просто переработку получил. Ну и мы можем увидеть, что на панели скиллов, соответственно, тоже значки новые. Также еще у меня вопрос возник. Вот какой-то значок монеток. Не аукцион ли это? Не знаю, аукцион они не показали. Но вроде и не говорили, что его не будет, я не знаю. Но значок под курсором у меня, да, он похож как будто на монетки, может что-то найти по аукциону даже, я не знаю. Ну, соответственно, пока тест идет, они-то, наверное, про такие вещи показывать, говорить не будут. Удивительные, я еще не раз об этом скажу, что удивительные мувсеты у боссов, мне очень нравится, как они сделали, очень красиво. Ну, это и по следующим боссам тоже будет видно. Ну, анимации персонажа, да, но вот у босса прям, у боссов очень мне нравится мувсеты прорисованные. Вот тоже, да, давайте посмотрим босс-файт. Вы посмотрите, это еще даже красивее, чем тот босс. Как он тычкует, типа, замедленно, как будто в слому, очень красиво выглядит. Black Joe The Remnant. Видите, можно уже, так сказать, готовиться к старту PoE 2, чуть-чуть уже осваивать механики, так скажем, по стриму. Панель скиллов мне очень напоминает, как в старой PoE. Вот то, что я по видосам видел в PoE там 11 года, 12, да, мне почему-то очень напоминает вот стилистика фласок, скиллбара, вот очень напоминает как раз из старой PoE. Но опять же, это именно на мой взгляд. На тоненького. Тут уже на тоненького отыгрывает. Почти сдох. Почти сдох игрок. Тут уже мемы пошли. Ну, тычка солидно выглядит. Может, он даже ваншотает. О, красава, еще чуть-чуть. Он просто до этого дох, игрок.
Я еще зарушил, что Крису Уилсону пришлось бы выходить, проходить, если бы он второй раз сдох. Теперь посмотрите новую систему скиллов. Uncut Skill Gem. Я не знаю, одноразовый он или нет. Но смотрите, ты его юзаешь, типа... Да. Видите, открываются скиллы, ты типа сам можешь выбрать. То есть проще типа свапаться скиллами, удобнее. Ну тут он кастон шок, да, захотел все, он из этого скилла кастон шок сделал. Обратим внимание, да, как теперь скиллы работать будут. Ну не теперь, а будут. Когда она там релизнится по E2, то есть у тебя тут на дефолт атаке даже что-то привязано. Да, то есть удобно, удобно сделали. Сразу прям в этом скиллбаре отдельном все меняешь. Все, теперь у нас будет кастун шок залинкован. Смотрите, парни. Grants Level 1 Unleash Skill. То есть синий. Это всего лишь синий посох с требованием 20 уровню. Ну, свап пушек. Он теперь будет реализован по-другому. Кстати, опять голда. Опять голда в инвентаре. У него один посох с Unleash, а другой с фаерболом. Прикольно. То есть это синие посохи. Это всего лишь синие посохи. Но даже они будут давать скиллы. Соболезную, кто английский не знает, я сразу переведу. Ты теперь можешь скиллы залинковывать на пушке. То есть, видите, пушка 1, пушка 2. Например, Айснову он поставил там на первую пушку, там, комету на первую. Теперь, когда он будет узнать пушку, скилл, она будет пушка автоматически свапаться. Офигеть, да? Это действительно интересные изменения, то есть действительно интересно, как игру все-таки улучшают, двигают вперед, потому что Diablo 4 как бы все, поэтому надо что-то народу показывать. Но это еще не все, у тебя еще и скилл сет будет свапаться. Видите, то есть один weapon set, второй. Соответственно, у него холод там на один weapon set и молния на другой. Теперь он меняет пушку. Check it out. Видите, он меняет пушку, у него скиллсет меняется, ну точнее набор пассивок. Охренеть просто. То есть, грубо говоря, не надо будет респекаться там лишний раз под какой-то билд, да. Просто сможет два набора сделать. Trying to hide from the demons inside my mind. There's nowhere to go. No matter how hard I try, they show. I've tried a million different ways to leave. Oh my, why can't I not find the key? It's too dark. No one shows me how to see. Также интересный скилл показали. Он типа заряжается от потери энергощита. Видите, вот вверху заряжается. Типа ему энергощит сбивают, и скилл от этого заряжается. Интересно, это можно как баф энергощита рассматривать. Ну, нет, по-любому, да, баф энергощита, раз какие-то механики, связанные с, непосредственно с энергощитом. Как раз я на ХК играю, то есть для меня вдвойне, втройне актуально набирать живучесть. Поэтому такие механики все, конечно, очень интересны, которые связаны как-то с выживанием. Но опять же, голда. Видим, дропается действительно с мобов. Вот интересно, да, еще как голда будет реализована, посмотреть, на что будет использоваться.
Вообще, разумеется, мы все ждем PoE2, и как бы это самое важное с ExileCon. То, что мы узнали. Опять же, Альва будет наш старый друг. Также они анонсировали новую лигу, а после анонса новой лиги просто стримерки сидели и играли в PoE2. Опять же, по новой лиге я вдаваться не буду. Там на канале PoE посмотрите, опять же, обязательно и стрим посмотрите, если хотите. И во второй части стрима там у них показали новую лигу. Крис Уилс анонсировал тоже. Хотелось бы, наверное, все-таки хотелось в новую лигу, ворваться, потому что до выхода PoE 2 еще, ну, год остается. Они сказали там в июне или в июле, я в комментарии к ролику потом напишу. Они точную дату написали, ну, где-то год. То есть летом следующего года. Только бета-тест PoE 2, поэтому еще действительно долго. Бета-тест, кстати, я не знаю, он платный будет, наверное, за донат. По-моему, до этого, когда бета-тест новой сюжетки был в PoE, там тоже доступ открывали платно. Но опять же, посмотрим. Кстати, вот этот Октавиан, это тоже вроде стример, да, который у них на ExileCon в PoE играл. В PoE 2. Поэтому как-то так, стрим был поздний, и я понимаю, что, то есть, почти никто из нас на ExileCon не попал, и даже стрим, да, не все посмотрели, потому что было поздно, поэтому решил вот такую выжимку сделать с самой важной информацией. Как-то так, не забывайте лайкнуть и подписаться.